Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Dragonborn. В прошлой серии мы прошли сюжетную кампанию этого дополнения. Она просто привела меня в смятение. Сейчас мы займемся простыми квестами. Было это письмо, короче, в останках одного из них. Почему? Was the Imperial Garrison Commander at Fort Rutherford. But he died over 200 years ago when the Red Mountain leveled the place. Прикольно. There's no way he could still be alive. Что мне нужно сделать? General Carius is still alive. There must be something keeping him that way. I need you to head out to Fort Rutherford and check it out. I'm going to head back to Raven Rock and prepare the men for further assaults. Хорошо, я понял. Be careful. Как вы помните, во второй или третьей серии мы защитили вот этого вот капитана от пепельных отродий. И в горстке пепла я нашел письмо, приказ о начале атаки. Прошу прощения. О начале атаки. А, мы тут уже были. Пока мы не смогли зайти внутрь, там нужен был ключ. Ну, судя по всему, тот человек это и есть генерал. Надеюсь, он нам хоть что-то объяснит. Так, кто-то пишет в скайпе. Извините. Хотя, может, он без объяснений, просто очередной драугов или еще что-то похуже. Надеюсь, эти ребята не возродились. Ну, вот там вот, сверху, на башне он стоял. Просто не вполне понимаю. Как это вообще возможно? Как человек может жить 200 лет? О, все, теперь открыто. Ну ладно, сейчас разберемся. Я думаю, эта история не станет для нас какой-то тайной прям. Так как это, блин, случилось с сюжеткой. Я хотел подвести итоги, но, блин. Когда я посмотрел свой инвентарь, вспомнил, какие квесты я проходил, я понял, что я получил два крика. Один из них, который... О! Здорово! Один из них, который... дает мне возможность подчинять драконов. Кстати, его надо будет испробовать на одном из драконов. Так, это судя по всему подъем. Хорошо. Сначала. Стоп. О. И ты тут. Странные зомби. Это даже не зомби, я не знаю, как их можно назвать. Отродье из пепла. Что заставило их вставать? Непонятно. Так. Еще пепельники. А ты еще откуда? Ой, ты живой. Будешь знать. Я думал, ты сдохнешь с первого удара. Это оказалось не так уж и просто. Так, тут пауки, да? Да, тут пауки. Какая мерзость. Сирана, уйди с дороги. Замок на мастера? Да, я тоже мастер. Не пофиг. Блин, припасы. Какого дьявола тут происходит в этом форту?
это что? Тоже какой-то спуск. Витоне мне надо идти туда. А тут что? Тут, наверное, закрыто, да? Да, нужен. Лера, ты чего? Спокойно. Нужен ключ. Ну ладно. Гробы. Прекрасное место. О! Что там? Не знаю. Хорошо, что я доверяю твоему слову. Тихо будь. Не пали нас, все равно. Пока непонятно. Кто тут у нас живет? Никого. Только много-много гробов. О, дневник. С того момента, как я был раскопан в форме морозного этикета. Так, кто хочет прочитать на паузе? А я предпочту прочитать это все во время монтирования видео. А пока, не теряя времени, пойти просто решить эту проблему с генералом. Судя по всему, каких-то проблем тут у меня не будет. Ибо я создал идеального мечника. С таким зачарованием, как у него, ему уже ничего не страшно. Никто. Тихо. Блин, спалился. О, они огненными шарами клюются с копьем. Хрена себе. Я, ну вы поняли, да? Ой. Морозный паук. Что ты за дрянь, а? Скажи, мне просто интересно. Что это? Выход камня сердечника. Так. Никого нет. Блин, паук. Паук-альбинос. А, Сирана призвала? Ну все тогда, ладно. Этот, кстати, напарник мне нравится. Ну, давайте подолбим. Не знаю, какая-то новая руда. Ну, один тебе возьмем, поможем. Хватит. Прекрати. А, все, исчерпался. А это что? Выход рубина? Ну, рубины я люблю. Рубин. Прикольно. Еще рубин. Простите, что я занимаюсь такой херней. Но добывать рубины прикольно. Ой, что-то я через текстуру увидел. Так. Как же нам попасть к генералу? Тут все перекрыто. Тут тоже. Может, у пепельного отродья был ключ? Нет? А у тебя? У тебя не было? Твою бога душу мать. Ладно, прошу прощения. Я забыл. Давайте сохранимся. И просто пойдем побазарим с ним. Просто. Парень, я хочу поговорить. Уйди. Уйди, пожалуйста. Я сейчас просто разозлюсь и начну вас всех убивать. Ну ладно, сами напросились.
Сам виноват. Извини. Что за херня? Здорово, ребята. Здорово! У тебя еще будут какие-то претензии? Иди сюда. Да! Куда он пошел? Да! Будет знать. Спать. Я не понял, собственно. Дубина героя. Заберем. Ключ от форта. Парнишка. Я понимаю, может быть, ты какой-то не совсем обычный парень, потому что у тебя какая-то херня там на броне. Блин, да поверни же ты, ну. Видите, как у железного человека. Это камень какой-то вместо сердца у него. Блин. Ну ладно, окей. Жалко, что броню с него нельзя снять. Было бы прикольно. Коллекционное все-таки. То есть, это все? А что за молот у него был? То есть, наверное, история была вся в этом, в дневнике. Я там успел прочитать только... О, вот она, дубина героя. Вероятность 50% нанести 84 урона каждой стихии, днем, холодом или электричеством. Прикольный. Пойдет. Для коллекции сгодится. Это что? Так, это обычная книжка. У вас ничего нету? Да, судя по всему, ничего. То есть я понимаю, что вся история была в этом дневнике. Я успел там только прочитать про вот эту вот руду непонятную, новую. Ну, в принципе, все. Солстейн. То есть, зачем этот генерал поднялся? Я уж прочитаю тебе на паузе, когда буду монтировать. А вы обязательно прочитайте, а то, видите, сюжет теряется. И все из-за моей лени. Так, где это мы находимся? То есть это мы просто вышли там, где... Я не хочу бежать, просто я хочу просто посмотреть, что там сверху. Наверняка тут есть какой-то сундук, нет? Во! Броня истинного восстановления. Либо нитовый шлем не буду брать. Не нужен он мне. Тут ничего нету. Вот тут... Еще братишка один. Простите меня за это читерство. Ну, просто форт уже зачищен. Смысла вот-то вот бегать, носиться я не вижу. Так, тут есть что? Ну да. Очередной подъем. Или спуск. А ты еще откуда? Не понял. А ты как поднялся, парень? Уехал. Как он? Не важно. Надеюсь, я не убьюсь. Нормально. Все, теперь побежали к капитану стражи. Расскажем ему историю. Про генерала, который жил с минералом вместо сердца. Так, тут какие-то руины. Симпатично. Надо будет зайти. Давайте-ка сначала отметим их на карте. Курган. Что ты делаешь? Что с тобой такое? Sorry, I've just had a lot of hawk-faced cowards coming by and mock my effort. Ты больной?
They'd probably gather in here. You look mostly common. The name's Rollins. Rollins? Короче. I've got a financier waiting for me back on the main. Sent me here in the interest of obtaining some rare and relics of ours. But this whole thing became a disaster like quick that made it as you come out of the northern ashes, you don't expect things to go easy, you know. But this was something outside my particular expertise. When I first got to Colbjorn, you couldn't even see it. Buried in the ash, like most other things on this blasted island. Dug out a pile of the stuff taller than me, just the size of the barrel. Зачем тебе этот курган? Even if it was, the ash storms fill it in. Да, вряд ли, найми кого-то. No, I only get paid on delivery. Can't afford to go out of pocket for a thousand sections. Takes money to make money, all that wrong. There's a lot of it at the other end. But I can't get there without a little kick to start it off. У меня есть деньги, но и тебе нужен партнер. What? Are you serious? Well, I think I Стрёмный ты какой-то. But for now, I'll manage the day, if you can manage. Do you have the gold? Конечно. It's all here. Well then, looks like I have a good bit of work to start on. I'll head back to Raven Rock and round up some diggers. Once we've got something worth looking at, I'll send word. Pleasure doing business with you, partner. Кажется, теперь я понимаю, почему. Стрёмный ты, конечно, чувак. Ой. Том 19. Да охренеть. Давайте я пролистаю. А, ну всё, в принципе. Блин. Запомнил, надо будет... Кстати... Парень, может у тебя оно все в карманах? Мне интересно просто. Сохранимся, чтобы не палиться. Блин, неплохая кирка. Это все, никого у него нету. Ладно, черт с ним. Сейчас мы идем сдавать квест. Это у нас первоначальная задача. Если все-таки будет следующая серия, а она, скорее всего, будет, то я отправлюсь, куда бы то мне отправиться. Даже не знаю. Где-то в этот район. Посмотрю, что тут есть. Все-таки отправлюсь на поиски легендарной брони, которая где-то запрятана на этом острове. А остров довольно-таки большой. Я не думаю, что это все локации, которые на нем есть. Так что сейчас только пойдем. Сдадим. Не, нормально. Сдадим этот квест. И на этом закончим. Пардон. А, вот. Капитан, стой. Я убит. I had my suspicions that he was one dead. How else could he have survived for over 200 years? It's a shame. There are quite a few tales of General Sirius's exploits, including the founding of Raven Rock. Он больше не будет насылать пепельниц от Роди на Воронью скалу. Counselor Morvain told me to give this to you. He made it back in one piece, and he got rid of General Sirius. Better than a soldier's pay, so you should be thankful. 7500, это охренеть просто. Ты что-то хотел? I'm sorry to bother you. Second Counselor Rano asked me to come find you. He said it's quite urgent.
Он не говорил, что ему нужно? Even more important than wiping out the ash fork. Please, go speak to the second counselor as soon as possible. Yeah. Ну, окей, давайте, в принципе, подойдем, поговорим. Мне не сложно. Время еще на серию есть. Поэтому... Что ты хочешь? Thank you for coming. After everything you've already done for Ravenrock, I hate to ask for more. But I can't risk Councillor Morbay being killed. Его хотят убить? Как? The Ulan family of House Lalu, a rival great house, has placed a death mark on the Councillor's head. Почему? It's a private matter. Let's just say they seek revenge for the execution of one of their own, ordered by Councillor Morvane himself. The problem is I don't have any solid proof that anyone from House Lalu is hidden among us. It's only my suspicion. Свои интриги. Ну хорошо. Похоже на паранойю, в принципе. Ну ладно. Ты считаешь, что нападение на него неизбежно? Ну хорошо. Ravenrock is a small settlement, so it's hard to accomplish anything. If any of them is from House Lalu, I wouldn't be able to make a move without them knowing. Lalu. Чем я помогу тебе? I had a feeling you'd be willing to listen. Ну, я тебя слушаю. I need you to start out by being my eyes and ears. Search Ravenrock. If you can root out these traitors. Ну, шпионом я еще не был. He provides you any leads, check them out before bringing them to my attention. Count them all, make any mistakes. Хорошо. Без проблем. То есть вот, видите, это то, о чем я говорил. Тут еще навалом квестов и довольно-таки интересных. Пока я, в принципе, не добью квесты, связанные с Олстеймом, я в Скайрим не вернусь, и, скорее всего, я эти квесты буду записывать и выкладывать. Это самая чудесная скайримская свобода, про которую все только и держат. Ты уже задолбалась, Ирана. Ладно, всем спасибо, всем пока. До новых видео.